Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Хайме Аттера «Летний цвет». Около 1928 года, гипс 151/41. Основу творческого метода скульптора Хайме Аттера составляет эклектика, смешение различных стилей. Изысканность модерна удивительным образом переплетается в его работах с чертами диаметрально противоположного по характеру направления новесентизм. Так называлось каталонское культурное движение, представители которого, в отличие от приверженцев стиля модерн, с их эскапизмом признавали необходимость связи искусства и политики, отдавали предпочтение ясным, упорядоченным формам и ценили геометрию. Скульптор специализировался на уличных монументах. Его произведения можно увидеть на площади Каталонии, проспекте Диагональ в Барселоне. Фигура обнаженной девушки отсылает к многочисленным образам купальщиц и становится олицетворением сущности летнего времени. Линии ее вытянуты и изящны. Все изгибы решены плавно. Скульптор избегал острых углов, мастерски обыгрывая их даже в районе локтей и коленей. Уравновешенная композиция тщательно продумана и по сути своей декоративна. Ощущение нежной простоты и естественности подчеркивается лаконичностью формальных качеств гипса, избранным материалом для скульптуры. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Хайме Аттера «Летний цвет». Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.